Як пояснити, чому на непідконтрольних територіях ЖКХ та електроенергія вдвічі, втричі, а в деяких випадках в чотири рази дешевше, ніж на підконтрольній Україні території? Я не могу сейчас сказать, как там происходит тарифообразование, потому что ну, просто не видел этих документов. Возможно, это происходит за счет субсидирования. Там, перекрестное субсидирование 100% там осталось, потому что оно у нас было до 2014 года. Я не думаю, что система, да, вот, ну, нормативная система по ЖКХ, она изменилась. Это во-первых. Во-вторых, раз она идет по субсидированию, ну, перекрестному, то есть сверху добавляет, кто там финансирует, Путин, да, скорее всего, что не местные деньги, не местные бюджеты, добавляются деньги для того, чтобы было меньше, скорее всего. Но опять же, если бы у нас осталась та система, которая была перекрестного субсидирования, которая была разрушена ради так называемого рынка газа, когда газ... То есть вот эта вся схема у нас, почему, да, вот я сейчас потом вернусь и объясню, что там происходит. Вот рынок газа у нас как ввели в 2015 году, у нас прибыль, чистая прибыль Укргазводобывания, это государственная компания, дочка Нафтогаза, увеличилась в первый же год, в 2015 году, в 80 раз. Не на 80%, а в 80 раз. Рынок газа, так называемый, это когда газ, который у нас добывает Укргаздобыча, государственная компания в Полтавской области, нам всем продают по цене, будто бы мы его купили в Германии и оплатили еще доставку в Украине. То есть у нас газ... Я и кажу, что на зараз фактично ситуация, коли ось в офшорах осідає та сума, яку фактично переплачивают украинцы на тариф. Совершенно верно. Там этого просто нет. Вот перекрестное субсидирование, да, то есть там есть реальная цена на газ, вот, закупочная, почем купили, есть норма рентабельности, которая ну, в этот газ вкладывается в себестоимость отопления, и поэтому там услуги эти все дешевле. У нас же газ, то есть сумасшедшая цена на газ, это раз. Кроме этого, у нас завышенный тариф. Вот посмотрите, прошлая зима. Во-первых, цена на газ была дороже. Прошлой зимой. Немножко, но дороже. Зима была минусовой, только с февраля пошла плюсовая температура. То есть зима сейчас теплее, а тарифы те же самые. Вот Гончарук вот это провели, 24 декабря заседание, там был совет регионов, там где они презентовали свое вот постановление по тарифам, как бы. Но это постановление даже не касается тарифов. Але фактично тарифы вони знизили на не трохи, снизили. А и добавили еще один платеж за ничего транспортування гра газу. Еще вот я сейчас ничего не на копейку, ни один тариф. Что такое тариф? Тариф, он утверждается. У нас 1200 с копейками предприятий теплокоммунэнерго. Из них 22 предприятия. Им тариф утверждает нацкомиссия. Всем остальным тариф утверждает органы местного самоуправления. То есть советы, да, там в Киеве, например, Киевсовет, там в Одессе, Одесский горсовет. Это тариф, да, это утвержденное. Согласно закону Украины о жилищно-коммунальных услугах, нам услуги, как потребителям, обязаны предоставлять по утвержденным экономически обоснованным тарифам. Что такое экономически обоснованный тариф? Это себестоимость плюс норма рентабельности. До 15% заработок, ну, прибыль на предприятия, которые продают. Сейчас что сделано? Есть порядок формирования тарифа. Он утверждает кабинет, его утверждает кабинет министров. Поэтому в порядку формируются тарифы всеми, во всей стране. 1200 предприятий. Гончарук похвастался, что сколько там? 130 предприятий. 10%. То есть, если мы говорим за город, Киев, это же не только Киев Теплоэнерго. Несколько предприятий. Одно предприятие снизило, остальные не снизили. Да, по району. Может быть, разная цена даже. И это же не тарифы. Тарифы они не снизили. Они несли изменения в порядок предоставления услуги и дали право предприятиям указать в платежке отдельную строчку «скидка». Вот это что было? Это было только на декабрь. А теперь смотрите, экономически необоснованный тариф – это уголовная ответственность для предприятий, для тех, кто утверждал. То есть рентабельность 10-15%. Вот кто-то сделал скидку за декабрь 20%. И предприятие не банкрот при этом. Да? То есть ты даже ну, всю прибыль должен был, по идее, свою отдать. А почему никто не сидит? Тариф же экономически не обоснован. Это, знаете, как это вот проезд в метро у нас 8 гривен, да? И вот президент попросил, пожалуйста, ну сделайте дешевле. И нам вот эти жетончики, они так и остались стоить 8 гривен. Но нам их стали продавать по 7,90. Ну, в декабре продали. Что будет в январе, никто не знает. В январе цена на газ уже, во-первых, выше, потому что ее утвердил кабинет министром постановлением, так называемая гарантированная цена, на первый квартал. Она будет выше, чем в декабре. То есть
какой будет у нас тариф за отопление, никто не знает. Будет это скидка, не будет это скидка, никто не знает. Во-вторых, с 4 января у нас вводится еще и абонплата по газу. Уже утвердили тарифы облгазбытом, они поднялись примерно в 2 раза. То есть в зависимости от региона, там эти тарифы, это от 27 копеек до 2 гривны 70 на 1 кубометр. Плюс НДС. То есть в зависимости от города. Чем крупнее город, в городах-миллионниках дешевле. То есть Киев, там Одесса, Харьков, Днепр, то там до гривны на 1000. Да? 1000 кубометров, то плюс 1000 гривен. Это только абонплата. А если небольшие города, то это по 3 гривны, 3000 плюс на абонплате. То есть общий платеж за все, он будет еще больше. А щодо електроенергії, щодо вугільних ТЕЦ та інше, тобто ж ми розуміємо, що є ТЕЦ, є там вітрова генерація, є сонячна генерація, є гідроелектростанції, є вугілля, яке начебто нам завозять з Панами, зі Швейцарії та інших цікавих місць, там все життя, мабуть, вугілля видобували, а все одно доставляється вугілля чомусь російські залізні дороги. І таким чином, фактично, ці всі дуже сумнівні схеми, вони фактично, я так розумію, впливають на вартість електроенергії у нас в Україні. І очевидно, що якщо ми беремо атомну генерацію, то там дуже низька ціна. Якщо ми беремо дуже високу ціну там, на ТЕС, дуже там, високу ціну там, на інших електростанцій, фактично це змішується, я так розумію, на енергоринку, і нам пропонують платити по саме такому тарифу, ні якомусь іншому. Тобто як це формується і що впливає на саме ціну електроенергії? І що буде впливати в майбутньому? Буде вона зменшуватися чи зростати? Немножко не так. Вот цена на электроэнергию, то есть что такое генерация? Если мы берем общую генерацию по Украине электроэнергии, то 50, больше немножко 50% это атомная энергетика. Да? Примерно там 30 с копейками процентов это теплоэнергетика, та, которая на угле. Практически вся она принадлежит Ахметову. Ну и там 10% это вот альтернативные источники, гидрогенерация и все остальное. Да? То есть по сути два игрока атомной генерации это государство, а тепловая генерация это 80% примерно Ахметов и 20% государства. Да? То есть, по сути, два игрока государства и Ахметов, они производят фактически всю электроэнергию. Вот у нас с 1 июля ввели так называемый рынок электроэнергии. Какой рынок, да, если два монополиста практически всю электроэнергию у нас в стране производят? То есть, как он, это то же самое, что было и по газу. Да? Вот Зеленский, когда пришел по газу. Роттердам плюс нет, да? Но, по сути, Дюссельдорф плюс по газу, вот то, что объяснил, он оставил. Сейчас убрали. То есть, для чего вводился этот рынок? Вот раньше у нас было государственное предприятие «Энергорынок». То есть, да, генерация у всех разная. Если мы говорим об атомной генерации, то там, ну, практически себестоимость. Это копейки, да? Угольная генерация, она будет дороже, безусловно, и зависит от угля. Было у нас государственное предприятие «Энергорынок». Оно выкупало. То есть все предприятия, которые генерировали электроэнергию, они имели продать ее на ДП «Энергорынок», а потом уже ДП «Энергорынок» продавала эту электроэнергию по установленному государственному тарифу. Для потребителя одна, для бизнеса другая. Да? То есть теперь сделали как? Ну, есть рентабельность. Сделали этот рынок, который не работает, потому что сразу цена пошла вверх. То есть смысл весь электроэнергорынка, который ввели с 1 июля прошлого года, это перераспределение норм рентабельности. То есть, условно говоря, при тарифе, при том тарифе, который вводится и убирается вот ДП «Энергорынок», атомная генерация, ее рентабельность, вот ДП «Энергоатома» нашего, увеличивается сразу на 500%, в 5 раз. То есть планировалось, единственное, что сделать, это забрать сверхдоходы с угольной генерации и передать их «Энергоатому», чтобы сделать второй «Нафтогаз Украины», второго монополиста, который будет на нас зарабатывать деньги. Но цены пошли вверх, и поэтому вот сейчас вложили то же самое, как было по газу, спецобязательства, да, продавать не выше определенной цены, то же самое сейчас и в энергетике. Но даже с этими спецобязательствами, с ограничениями цены, рентабельность «Энергоатома» увеличилась в разы на 350%. Вот и вся вот эта схема. Нет никакого рынка, у нас монополия, государство обязано, то есть если мы говорим об этом, газ, электроэнергия – это рынок природных монополий. Он не подчиняется законам рынка, как говорят, там невидимый рынок сейчас придет и все отрегулирует. Нет. Но если мы говорим, что практически два игрока, государство и Ахметов, генерируют практически всю электроэнергию в Украине,
то вот просто если представить, что победил бы сейчас не Сорос, да, вот, а был бы какой-то Алеша Гончарук, который, ну, человек Ахметова. То есть, по сути, вся энергогенерация была бы в руках одного человека. О каком рынке говорим?